друзья! Приветствую вас на своем канале. Мы с друзьями посетили достаточно знаменитого человека, Цуркана Ивана Степановича, на его участке, где посмотрели новые формы и другую коллекцию. Желаю вам хорошего просмотра. Это на базе придорожья. На базе, ну, поздний. Тоже поздний, да? Да, поздний. Там по... На базе придорожного. Это, наверное, прививка этого года. А есть там написано? Иван Степанович, это желтое тоже же ваше, да? А? Вот это желтое. Да, это моя. Да, да. Кремовый цвет. Тоже на базе придорожного. Ну а как насчет треска? Не взял? Треска не взял из придорожного? Нет. Нет? Нет, я все мои формы с придорожным без треска получается. Так, вот это капризельки. Капризельки. А ну попробуй. Чье? Чье? Это Иван Степанович. Мое. Да. Ваше? Да. Мне еще надо повесить. Еще так надо. Висит? Но все равно цвет есть. А? Цвет, вкус. Цвет хороший. Андрюх, что, стоит? Ну а что нет? Не знаю, повезем на базар, будем знать, Иван Степанович. Не, на базаре я говорю. Но цвет остается или уходит? А? Цвет остается. Остается, да? Остается. Он в прошлом году. Смотри. Да-да. Какая нагрузка. Смотри, гребеножка какая. Да-да-да. Вот смотри. Да на ней качельку можно вешать. Вот и все. Минимум сантиметр гребеножка. Я впервые у Капелюшина. Вот смотри, еще здесь сколько. Тут... Тут одна из них где-то 1,3 миллиметра. Да, я же говорю, можно качельку вешать смело. Сантиметра. 13 миллиметров толщина. И Капелюшина видела одна форма черная. Толстая гребеножка, так и назвал ее гребеножкой. Я до следующего, чтобы он черенки дал. Говорит, я ее пересадил, он женский тип оказался для свободного пыления. И так и потерял. Потерялся, да? Оказалось, вот у меня получилась такая, но она у байпола. Ой, а этот, эта форма моя, ну очень-очень-очень супер устойчив. Но у меня валяло здесь. Поздний Гурина. Поздний Гурина. Очень поздно созревает. И у него в Херсоне может раньше созреть. Он обязательно раньше созреет. Это что-то Мусак Иванов? Да. Да. Все, есть нагрузка? Есть, конечно. Есть. Смотри. Да, тут, по-моему, листьев меньше. У меня беседка гнет. Смотри. Да нафиг такой виноград, беседки гнутся. Такой нормальный чего? Или это просто сейчас металл такой, да, выпускают? Да, да. Виноград нормальный, металл такой. Не, ну, нагрузка. Так, вот это тоже консенсус. Консенсус. А этот? Так, как же мне называется? Фиолетовый. Слушай, ничего формы. Ваш? Нет, Калугина. Да, твердый. Я получил как женский тип, а он обои пол. Ну, это спас. Какой-то карамельный, да? Приятно, приятно, очень. Андрей, запоминай. Он обои полы. Фиолетовый. Фиолетный, не туалет. Фиолетный. Последний. Там восьмой. Это кусты, считай, блядь. Вот он возле столба. Возле столба. Зимой возле каждого столба, да? Вот тоже неплохая форма. У меня дома там грозди маленькие. Вот такие грозди маленькие. Но вкус хрустящий. Гармоничный, очень. Это ваше? Тоже на базе придорожного, тоже название нет. Но здесь, смотрю, более-менее. Пока без названия, да? Угу. Супер, окрас делается и вкус тоже. Стой, Андрюш. Спички? Да. Ты уже проснулись. Давай. Ну, здесь смело 14 грамм есть. И ягода, как у Купидона, тяжеловатая. Весы не взял маленький, Саша меня поторопил. Угу. Но Саша виноват, блядь. Вы вчера вечером знали, что тебя. Вот моя селекция спорт. Угу. На базе спорта вот они. Ну спорт это тоже задорожный. Правильно? Ну да, придорожный. Короче, короткое название. А, Алый 2 или как его там еще гоняли? Спорт 2. Спорт 2, да. Так, сравни с Анютой. Что, вы хотите сказать, это драйв? Да. У меня пропал, он видали, у меня призывку пропал. Коля, считай, она Коля. Похоже, елка, не знаю, что. Но совсем отличается грозди. Вот, вторая клетка. Кто же вот? То есть, Анюта на диметре. А ну дай спичечки брось. Обалдеть вкус.
Ну да, мне уже ребята писали. Блин, пропало. Там, говорит, Зубалевич у Люмина показал драйв. А там уже... Это драйв у вас там? Да. Смотри, смотри. Да. Играет сюда. Тут грозди до полуметра. Блин, прививка пропала. Прошлого года они валялись по земле. Господи, как бы к вам опять подъехать? Что? Пропала прививка. Так возместим, что? Ты же видишь, что плохие формы тебе не дал? Только что, говорит, миллион долларов сэкономили, поэтому здесь возместим. Не, есть вкус, слушай, размер, смотри. Мускат шикарный. Да, так гроздь, смотри, какая, блин, красивая, компактная. А окрас будет, окрас вообще бомбезный будет. Ну смотри, какая красивая гроздочка, да? А? Это еще не так это еще жара, а жаре он тоже не сидит. Похолодает, он сразу набьет кровь. Так он в такой температуре розовые вот драйв. Эти окрашиваются. Они в тени окрашиваются. Потом, да. Не, ну вот смотрите, нагрузка. Да. Смотри. Красавец. Смотри. Да, есть, есть. Шикарный мускат. Да. Блин, пропало. Морковь не ваша, а? Морковь не ваша? Там сосед. А, там же. Сосед. Так, шучу, вам еще показать. Вот это мой академик глаз. Ага. Угу. Это уже, можно сказать, форма старая. Ну как старая, это что? Ну года 3 назад или 4 даже. Да нет, больше. А? Не оценил ее как надо. Мякоть это плотная. Оригинал на Атлант. Угу. Хрустящий. Оригинал на Атлант. Ну ничего. У Ромы, говорят, грозди вот такие. Я в том году у Ромы видел. Да. Какого Рома? Белечка. А с Украины? Не, с Молдовы. Я даю $1 всего. Если угадаю, кто что такое. Да не серьезно опять. Миллионный доллар. Да. Такие названия. Да, даже баловаться не будем. 20-летние формы, которые здесь уже были выкинули, в Анспансе есть. Не знаю. Ты знаешь, как коллекционеры, говорит, да, и Аркадий, не все Аркадий поспешил. Мы одна из первых, моя, и все имели, я не имел. Люди торговали на базаре, у меня не было этой формы для селекции хоть. Теплица. Степан Чалмари. А, море? Вот в прошлом году привил, вот сейчас смотри, гроздь 3 килограмма, там 3 килограмма, здесь тоже под... Иван Спан, 2 килограмма. Стефан Челмари, мы вас смотрели не за вриталовки на том участке. Да. Так она была зеленая, как жаба. Да. Ну он делается вот такой. Натрыв плотная, да, и да. Попробую мякоть. Угу, тогда угу. Он меня не впечатлил. Угу. Крупные были грозди, ягоды, но не впечатлил то, что зеленый был. Ну смотри, какая зеленая. Если на сеянце 2 грозди по 5 килограмм было, без обмана, 3 раза подвязывал степлером, Обрывала. Я уже... Такая гребеножка. Да гребеножка, смотри, ну болванки ж болтаются. Килограмма 2, наверное, точно. Не, у меня показывал тоже, конечно, нагрузка есть. Штефан Чулмары. Если вырастить для высовки 1-2 грозди. Угу. А если его подкормить здесь, попоить? Я не знаю, что такое подкормка. И вообще, я в выставке заставлю, что это такое. Это селекционный участок в диких условиях, приближенный к боевым. Мишке Чека, ну дайте. Для выставки он вам вырастет. Он, да. Он его вырастет, да? Да. Миша Чека вырастет вам для выставки, там вообще обалдеть. Чекан? Да. Тот, как вынесет этот виноград, все у него эксклюзивка. Как он выращивает, хрен узнает. Вот, это, наверное, вкусное. Я люблю это мелкое. Не вкусом это я. Кто такой? Мускат обалдеть. А что за такое? А? Цимус. Это цимус. По гребне ножки видно. Да. Да. И делается желтым. Вот так даже. Тут, короче, подходи к кусту и только бананки подавай, да? Конечно, нет. Вот, смотри. Смотри. Я вот хочу назад, может, Иван Спанс сдаст все равно, драйв себе. Ну, видишь, как вкусно. У меня пропала прививка. Пошел где-то 1.5 метра, блин. И все усохло. Не знаю. Так бывает. У меня там тоже минор. Хорошо, я уже забыл, что там минор. Задели его. Еле висит, не знаю, созреет. Так, тоже покажите, да? Так, цимус. Взял ему саженцы и дал мне под номер вот это делать. Ну, лозы были толстые. А что такое?
Слобожанский, китайцы. А, китайцы, Слобожанский. А, Слобожанский, дюжина, там, Донбасс, его форму, первым приобретателем был я еще лет 15 назад. Встретились с Капелюшем. Там у меня в конце есть два сеянца. Тоже один так, мускат. Мускат и копанка. Мускат, и он. Он и мускат, и копанка тоже. Смотри. Ну так первое плодоношение, прошло до сигнала, я даже не мог разобраться. Драйв шикарно, конечно. Окрас. Окрас, ну вкус, блин. Окрас делается очень хорошо. Приятный мускат. Да, Иван Спанович, почему-то драйв. У нас среди украинцев есть, а у нас нет. А, для Ивана Спановича лучше даже бывает такое, что запивать хочется. Ага. Это такой нежный, хороший. Нет, ты не есть. В эту полевую попробуй. А, я полевую попробуй. Саш, здесь смотри. Вот смотри, какие ягоды. Видишь, нужны вот такие. А я тебе сел. И он обои пол, и все. Тоже Афанасий? Да, да, да. Вот. Ягоды. Так это тоже Афанасий? Нет. Это драйв? Драйв, да. Так я стрю вот. Не возле столбика, да? Да. Есть, есть. Куда же нужно бить? Школка. Ну, что так? Симпатично. Тысяч на 50. Ну, мы деньги не считаем, мы количество вот этого считаем. Ну, две строчки. Твой любимчик. Велюр. Слушай. А. Я тут с Петром Алексеевичем разговаривал. Подожди. Да. Иван Степанович, это тоже ваша селекция? Да, вот. Коля, а ну запомни, какой ряд. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Крайне. Иван Степанович, продайте арбузик. Так не, я, мы на полтора месяца позже садили. Коля, определи, спелый или не спелый? Не, не буду, я вас... Почему? Я вас так угостил, Иван Спанович, он получил за переспелый. Ты готов, паразит? Готов? Звенит. Ну, январская нет. Вьюга. Давай возьмем его. Этот нет. Пробуйте и пробуйте. Ох ты, ё... Цвет красивый. Кто такой, Иван Степанович? А какой? Ну какой, симпатичный. $1 000 000. Опять? Да. Не, я человек... Станешь на моем поле миллионером. Так, хорошо. Эверест или бодрый? Эверест. Блин, выиграл. Эверест, да? Стопудовый Эверест. Слушай, красивый, я что-то его не брал, думаю. Иван Степанович, тогда это, в рассрочку. Миллион, я на 10 лет рассрочку. Договорились? Но берем натурой. Что нам надо по черенкам, Саш? Драйв, да. Драйв, мускат селекционера по-любому. Вот это прививка прошлого года сделала. Угу. Что? Угадай. Что? Тоже ваш? Ну это не аватар, это мускат, я понял, улыбка Лауры. Улыбка Лауры. Смотри. Есть носик этот. А вызревший ничего нет? Что она такая поздняя? Тоже есть, так что вам надо. Так мы заберем сейчас обратно. Не, мой миллион разыгрывать не рекомендуется. А у меня другого нет. Угадайте, что за. Жемчуг какой-то. Не. Ну, Степанович, это ваш кишмиш, который Ямал или кто? Я вспомнил, вы мне давали его. На испуг. На испуг? Не, Ямал уже этот песенка назвал. А, вы его переименовали? Да, ваш, мне давали его назад. Я тогда брал и, ну, к сожалению, потерял. Буду опять просить. Я не знаю, надо испытать на кишмиш, сделать кишмиш. В тарелке он лежал мне 2 месяца. И, не... и так вот как и лежал. И так и вянет. Ну, рудимент он небольшой, но он при еде вообще не ощущается. Ну, и да, мякоть да, плотная да, такая да. Приятная. Его в селекцию пустили. Она видится там темная, а консистенция как мякоть. Да, и да. Не чувствуется. И при том, при всем, вы же говорите, что она ультрараннего. Так он созревал 10 июля, угу. Но потом как-то взял, начал распространять, а он же сдвинул сроки. Ну и что ж с ним? Саш, ну скажи, тут размер как у этого... Цитронового загрузки. У цитронного, у коктейля. Да, да, да. Я не знаю, что делать. Ну, пустить, не пустить. Ну. Но кишмиш получится. Ну я опять заказываю черенок, потому что я его, кстати, хотел именно в селекцию запустить. Потому что по срокам по и... По срокам, да. Да. И вкусный, и хорошо. Я единственное, выслал, то гречку выслал, и он, не знаю, он передал Шульге или кому-то там решил. Угу. Не, прикольно, мякоть тоже. Уже жарко, надо уезжать. Я уже показал все. Ну все, тогда поехали. Тогда Друмбун, да? Еще дома. Вот там дома. Посмотри, студентка, какие грозди были. Вот видишь? Ага. О, гребенушка. Ну, нормальная лоза получается. Да.
Ну вот и он. Мы собрали. Кто-нибудь пробуйте, я уже не могу. Я тоже не могу. Ну, вкус карамельный. Не. На, пробуйте. Вкус карамельный. Да. Я меня пойду. Вот, да. Студент или как он? Студентка. Есть студентка. Есть. Ну, а, что так студентка? А вот я улыбка Лауры. Да. Пьяночка. А ну, спичечку поставь. Блин, забыл. Коробочек. Зажигалка есть, зажигалка не поможет. Да? Ну, смотрю, как раз что-то не наберет. Вот. Наберет еще. Не вернется разно... обратно к желтому цвету. С розового в желтый, с желтого в розы, да? Да. Ну, ямка есть. Будоражит. Будоражит. Ну, иди, знай, годик так побалуется, побалуется, а потом начнет урожай заваливать, как это, мускат Иоанны. Слушай, мне розовый тоже нравится. Цвет, а, есть, вот, вот начинает. Угу. Начинает. Слышь? А, вот. Аватар смотреть не на что. Улыбка Лауры, пожалуйста. Да. Сравнивается аватар с улыбкой. Да. Алло. Угу, розовинка Алло. Выступает. Алло. Вот смотри, какие грозди. Да. Так еще похлеще покажу. Я вас палец, я смотрю. Эталон, но он второй урожай. Вот это первый. Вот, Байконур вот повеселее будет. Ничего, но по вкусу он даже... Если вот первый урожай, то да. И на второй созревает нормально. У меня ягода длиннее была. А? Ягода длиннее была. У тебя? Угу. Так он меня здесь на углу и постоянно перегрел. Капризы погода. Идемте дальше. Сейчас опять начнут миллионы обещать. Это ваша селекция? Не, американская. Это Арарат, что ли? Вот это Арарат. Так а я о чем, блин? Посмотри на грозди. Ничего себе, потенциал какой. Да туда. Я только по форме ягоды. А опилился хреново, да? Чего? А? Чего? При таком урожае, Саша, извини. Первый класс без семянности. Да. Непосредственно... Но еще не зрелый, да? Нет, ему еще недельки две смело. В каталогах многие поубирали. Не согласен. У товарища этого Андрея, и как, не Андрея, как его? Да. С Полтавы, как его, блин? Гагин. Нету. Елисеевых нету. Смотрю. Продали, потому что видите, заказали. Да нету вообще. Убрали. Да если было бы... Ну, смотри, аидиум надо берет этого, да? Аидиум. Да. Ну, блин. Я тебе скажу, что Арарат он не раскрученный, а у него потенциал хороший. Да, у меня 24 было мороза, помню, центральная вымерзла, а замещения все плодные были. Ну смотри, без никакого укрытия, без никакого... Я прошлую воду запустил, уедем, в эту воду чуть-чуть сохранил. Но я говорю, ягода, тут рыночная, кишмиш вообще... Миша супер. Обещал вынести на рынок. Миша? Да, ну там понятно. Ты когда он посадил? Андрей, не у тебя брал? Нет, он брал это, Анатолия. Из-под Кишинева, да? Да, Левушен или откуда? Да, да, знаю, только. Чекирка. Чекирка, да. Ну да, его на урожай. Я на него сам ставку делаю. Да, так ягода, а ты вкус пробовал? Ну ничего себе, конечно, я что и посадил себе, привил, вернее. Да, не всех родственников одинаково любят. Одни садят, прививают, другие пока только пробуют. На ваше усмотрение. Ёпарасте. Блять, вот это что такое? Бля, это ваше? Белое, нет. Николугинское, наверное. Я получил как Зевс. Ну, не Зевс. Смотри, как держится. Смотри. Угу. Ну, это не белое? Не мальчик с пальчиком? Да нет, какая-то нет. Она с ямочками была. А не козерог? Нет. Не козерог, крок, а этот... Смотри. Это должен был Зевс у меня. Я вам дам чернику. Зевс. А получилось вот это белое. Саня, может быть этот? Я белых не встречал. Как его? Дамский угодник. Ну там ягода чуть другой формы. Дамский она... Сладкий, блин. Ну, вот мякоть какая-то, блядь, не очень. Хрустящая. Она вот такая... если такой загар имеет, то что будет на солнце? Не кажи, кума, сама обострюсь. Ну, светло-зеленый. Товарный не будет вида. Ну, на. Что, не будет товара вида? Да, ну, да, блин, ну куда? Она в тени, видишь, уже в пятна.
Ну, ее в селекцию взять вот такую вот. Так он женский? Нет, это не. Вот кто женский, понимаешь? Вот, Иван Степанович вот это дело скрестит с, Иван, с мускатом его этого, Любомира. И получит, говорит, вот такую же темно окрашенную, только с мускатом. Тут можно две грузи подряд рядом. Кого-то я видел. Но не было, нету, есть темные, красные, вот, но именно белого нету такого. Угу, но это не мальчик с пальчиком. Не, куда, мальчик с пальчиком, мне там другой. В общем, опять очередная загадка Калугина. Не, ну он крупный. Ну, короче, по сравнению со всем, устойчивость на лицо, что называется. Уровень, да. Да. То есть на испытание. Я эту грозу беру, Марину, больше. Серьезно? А можно всем попросить по кусочку? Давай. Иван Степанович, ну тут вкус заоблачный, блин. Мускат не уходит. И сахар, ты чувствуешь какой? А, да, слышал. Делается. Это бледный, как иней. И тоже поздний. Угу. И тоже если устойчивость. Да. Ну, по листу. Если те формы, а идем смотреть, нет, что? Да. То здесь. Вот это базен. Я забыл про нее. Вы еще держите ее? А спорим, Иван Степанович ее в селекцию куда-то включил. Вот это вкус, блин, тоже вообще. Омнибус. Вот омнибус тоже, смотри. Да, смотри, какая нагрузка. Да-да. Тут если посчитать, листьев будет меньше, конечно. Охренеть, вот поэтому я бажену и убрал. Андрюха, а там слева что-то нарисовывается. Да? Какой-то козерог. А здесь? А нет, дальше же. А я вижу. Ну что по-вашему это? Миллион уже последний остался. Опять? Иван Степанович, лист покажите. Это что? Это этот? Да что покажите? А Ламборджини, что ли? Нет, это не Ламборджини. Ламборджини там хлам, дожди, поездной разнесло. А это не знаю, что. Банановые ножки, давай еще вспомним. Да, ну он бы уже лопнул. Он любит зеленым лопать. У людей, которые ухаживают, лопает, а Иван Степанович... Ребята, у меня миллион есть, вы угадывайте. Коля, участвуем в аттракционе, давайте. Неслыханная щедрость. Кто Иван Степанович? Поздний. Бананчик розовый. Бананчик розовый. Чуть-чуть не угадал. А это вот Калугина. Калугина. Ну ничего, что, смотри, устойчивый. Это только прививка прошлого года. Да, вот. Ну, красивый. Я доволен. А когда созревает он? Да мне хоть когда созреет, но ягода на базаре, я думаю. Да, это улет уйдет. Еще одну форму покажу вам мою. Вот она. Я увидел. Вот она красивая. Вот она моя. Это ваша? Да, Сон Дианы. Вот это красиво. Сон Дианы. Гармония во вкусе? Ну попробуйте. Архиатр? Ну, смотри. Вот, смотри. Может, мы вам на слово смотри поверим. Вот это моя форма самая слабая к болезни. Чуть, ну слабее по сравнению с тем. Ну, блин, ну тоже размер. Красивая, да, и цвет, смотри. А вы не знаю, вкус какой? Ну, в начале ягода Саня, была ягода где-то около 6 сантиметров. Кончик острый. Саша, назвал пальца крота. А можно, потом можно все время, да, берите? А, так которым еще раньше? Пальцы крота, да, но я же не выпускал. Она по-другому у вас была тогда? Да. Я уже дал, Коля. Пальцы крота, а сейчас Сон Дианы, да? Да. Ну, интересно. Вот, сохранилось. Вот сохранилось. Так, ну тоже она. Это один куль. Сохранилось, вот я показал, сохранилось так, острое. Видите, как меняется? Буду рожать. Климат. Не, мы тогда на сеянце видели. Желтая, желтая, бля, красиво. Да. А сейчас видишь, как... Что за вкус скажешь? Интересно, да? И сахар такой уже конкретный, и кислота. Кислинка такая интересная, да? О, иду. Да ты что? Так, что? Да ты что, я... А тоже красиво с ямочкой. Что? Улыбка Лауры, корни собственные. 2 года, 1 месяц сажутся. Хотите, верьте, хотите. На пасынке пошли там вот дальше, левее на пасынке ямочка. Вот дальше, Андрей. Еще выше? Вон, да, вот он, это красиво. А-а-а. Здесь розовеет. Розовеет, здесь другая форма ягоды, там длиннее ягода. Вот там надо брать с того материала. Вот здесь все корни собственные, а там... А тоже привитой. Да, привитой. Но разница по двое очень большая. Адамович тоже выставлялся в своей форме. Бля, там, так он тысячу... Мускат? Тысячу прививок делал.